Здравствуйте, в эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я Валерий Седов. Крупный пожар и 19 аварий. Сводка происшествий за выходные. Чтобы не чесаться, как спастись аллергикам летом. День поля. Достижения регионального АПК. Начнем с происшествий за минувшие выходные. Главная новость – пожар в ангаре с прессованной бумагой. Подробнее в нашем следующем сюжете. В воскресенье около 5 часов вечера люди из разных частей города видели черные клубы дыма. По словам очевидцев, его можно было заметить на Московском, в Роще, в Кольном. В соцсетях появилась информация о том, что возгорание приблизительно в районе станции Лесок. Позже Главное управление МЧС сообщило, что на улице Связи горит прессованная бумага. Чтобы определить причину, на месте работали дознаватели МЧС. У нас поступило сообщение о сгорании прессованной бумаги. Здесь вышли баранки пожара 1 день. В настоящее время происходит горение на службе около 10 квадратных метров. Работает 10 человек. Просто сгорания пожара нет. На пожаре никто не пострадал. И если при пожаре с бумагой пострадавших нет, то после возгорания в офисном здании 2 женщины попали в больницу, как и мужчина при пожаре в жилом доме. Помимо этого, сотрудники МЧС тушили траву и мусор. О количестве пожаров и нанесенном им ущербе рассказал сотрудник пресс-службы МЧС по Рязанской области. За период с 16 по 21 июля 2024 года на территории Рязанской области ликвидировано 40 пожаров. Из них 13 техногенных, 27 мусора и травы. Огнем уничтожено и повреждено 13 строений. На пожарах пострадали 3 человека. Предупрежден, значит вооружен. МЧС России напоминает, чтобы избежать пожара, необходимо следить за состоянием проводки в помещениях, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и всегда иметь под рукой огнетушитель. Анастасия Арнт, телекомпания «Город». О ситуации на дорогах. За прошедшую пятницу и выходные на дорогах региона зарегистрировано 19 ДТП, в которых 1 человек погиб и 24 человека пострадало, в том числе 7 детей. Автомобили, которые стоят на проезжей части, попали в ДТП. Правда, не друг с другом. Виновником аварии стал лось, выбежавший на дорогу. Все произошло на 491-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». В результате аварии пострадали водитель и его 36-летний пассажир. О судьбе самого лося не сообщается. Однако это далеко не единственная авария за минувшие выходные. 20 июля примерно в 12:20 в районном поселке Ухолово на улице Революции возле дома 58 произошло столкновение автомобиля УАЗ под управлением 77-летнего жителя Ухоловского района с мотоциклом Иш-Юпитер под управлением 16-летнего жителя Ухолова. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 20 июля произошла еще одна авария, также с мотоциклом. Произошло все в Ряжке в 10 часу вечера. «Лада Приора» столкнулась с мотоциклом, которым управлял 17-летний подросток. Мотоциклист и его 15-летняя пассажирка обращались за медицинской помощью. В госавтоинспекции напомнили, что водителям мототранспорта нужно быть аккуратнее на дорогах. Их железный конь не оснащен средствами пассивной и активной безопасности, то есть там нет ни подушек, ни ремней безопасности. Да и при небольшом ДТП мотоциклисты могут получить серьезные травмы. Так что не стоит пренебрегать хотя бы элементарным мотошлемом. 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия. Это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета страны, подразделений МВД и ФСБ. В преддверии праздника наша съемочная группа поговорила со следователями о работе и отдыхе. 2023 год. Бывшего ИО директора Касимовского муниципального предприятия Александра Сучкова приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии. Его обвиняют в растрате 10 миллионов рублей. 2024 год. Экс-президента Рязанского областного фонда социальной поддержки населения Сергея Антонова обвиняют в коммерческом подкупе и приготовлении к растрате в особо крупном размере. И оба этих дела довел до суда Владимир Никульшин, следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел. Началась его служба в далеком 2009-м простым следователем Скопинского межрайонного следственного отдела. И по классике, первым его делом было совсем не экономическое преступление, а до банального простое убийство. 2 бездомных подрались на заброшке. Переломный момент наступает в жизни, когда работаешь следователем несколько лет, где-то на протяжении 2-3 лет. Ты, как говорится, привыкаешь к профессии, набираешь опыта, и в последующем уже нету другого
как говорится, пути. Ты уже для себя понимаешь, что работа следователем – это твое дело, которым надо заниматься длительное время. Вот уже в этом году у меня будет юбилей, 15 лет в должности. Сначала следователь, потом заместитель руководителя, а теперь, 11 лет спустя, следователь по особо важным делам. В его ведении коррупционные преступления, преступления экономической направленности, взятки, служебные подлоги и так далее. Так что здесь как громкие преступления, о которых уже было сказано выше, так и те, что только в разработке. А дома Владимира ждет жена и двое детей. Я стараюсь дома о работе не говорить, поскольку мне хватает на работе, в рабочее время всех этих дел. Поэтому, приходя домой, я стараюсь переключиться и о своих делах, о своей работе уже не напоминать и об этом не разговаривать. В свободное время Владимир занимается фитнесом. Говорит, что это помогает разгрузить мысли в голове. О его спортивных успехах говорит золотой значок ГТО. А о служебных – благодарственные письма и дипломы. Его и удалось взять. Врачи говорят, что весна – это пора аллергии. Однако для самих аллергиков жесткого деления на сезонность нет. Даже летом раздражение может возникнуть. На что же возникает аллергия летом и как с ней бороться, рассказал врач-аллерголог. Лето – пора цветения злаковых и сорных растений. В июле – это тимофеевка, рожь, пшеница. А в августе – лебеда, полынь и многие другие виды растений. Их пыльца может вызвать у человека сенную лихорадку – один из видов аллергии. У кого-то она проявляется заложенностью носа, чиханием, слезотечением, зудом глаз. А у кого-то может дойти до затруднения дыхания, бронхоспазма. В самом худшем исходе возникает отек квинки. Есть несколько способов облегчить симптомы. Конечно, лучше всего покинуть то место, где находится аллерген. Если такой возможности нет, то пациент переходит к симптоматической терапии, то есть это прием антигистаминных средств, да, различные локальные местные антигистаминные средства, противовоспалительные препараты. И кроме того, используются барьерные методы, то есть ношение масок, очков, различных носовых фильтров, чтобы как меньше был контакт слизистой с аллергеном. Пыльце растений по аллергичности не уступают вещества, которые выделяют насекомые. Их укусы могут стать причиной аллергии. Интересный факт. Реакция может быть даже если их просто потрогать, или же они проползут по телу. Например, тот же гусеничный дерматит возникает при взаимодействии с гусеницами и другими жуками. Причем реакции могут быть самые разные. Есть локальные реакции, то есть когда место ограничивается местом, проявление ограничивается местом укуса. Есть общие системные реакции, то есть в виде острой крапивницы может быть, анафилактический шок, если это аллергическая реакция немедленного типа. Вот, может быть острая крапивница, то есть осложнения могут быть серьезные. И человек при наличии инсектной аллергии должен быть проинструктирован, как вести себя в определенных ситуациях, да, то есть избегать и минимизировать контакт с насекомыми, вот, чтобы не пришлось обращаться к скорой медицинской помощи. Облегчить последствия укуса можно разными способами. Как рассказала Екатерина Колесникова, первое, что нужно сделать – антигистаминный препарат. Также можно использовать противоаллергические мази. Если вас ужалила оса или пчела, то удалить жало и приложить холод. А дальше смотреть по состоянию. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу. Анастасия Арнт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязанской области прошел День поля. Агропромышленная выставка «Форум» в нашем регионе уже традиция, она состоялась 8-й раз. Ежегодно сюда съезжаются ведущие аграрии со всей России. По традиции форум провели в селе Подвязье. Но это тоже на счастье. Культуры, которые еще растут, наберут силу и дадут всем предприятиям шикарный урожай. И, соответственно, экономическую эффективность. Агропромышленный комплекс – один из ведущих в Рязанской области. Этот сектор экономики у нас представлен молочным скотоводством, свиноводством и птицеводством, производством зерна и кормов для животных. Выставка «Форум День поля» собирает на одной площадке мастодонтов сельского хозяйства из разных уголков нашей страны вот уже 8 лет. Наша компания более 20 лет на рынке, да, в Рязанской области она более 12 лет. Мы представляемся, выставлены, в принципе, во всех регионах нашей страны и ближайшего зарубежья. Выставка очень, в принципе,
принципе, актуально. Но мы принимаем с самого начала, как Дни полей появились в Рязанской области, тогда мы в них и принимаем участие. Организует форум Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Формат мероприятия позволяет наилучшим образом провести презентацию экспонентов, расширить клиентскую базу, закрепить существующие контакты, совершить продажи, сделать рекламу компании эффективной, а также провести анализ рынка агропромышленной отрасли. На этот раз участники представили семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, сельхозтехнику для возделывания и уборки культур, а также новые технологические решения для мониторинга и обследования почвы и посевов. Мы IT-компания, мы занимаемся внедрением нашей цифровой платформы по управлению агропредприятием. Платформа называется «Агроаналитика». Помимо этого у нас есть наши автопилоты, наши агродроны. На дне Рязанского поля мы уже третий год подряд и с радостью будем принимать участие в дальнейшем. Такие аграрные выставки – это такой уникальный шанс встретиться с нашим заказчиком, изучить потребности, дать наши рекомендации по внедрению либо цифровой платформы, либо установки нашего оборудования. Поэтому это такая очень важная выставка для именно коммуникации друг с другом. Помимо деловой части, на дне поля была развернута богатая экспозиция даров рязанской земли. Муниципальные районы представили на выставке свою молочную и мясную продукцию, мед, хлебобулочные изделия, сувениры, а также семена и саженцы. И хотя в этом году погода выдалась дождливой, форум собрал более 100 участников со всей России. Работаем мы в трех регионах – Калужская, Тульская и Рязанская области. В нашей компании работает более 100 человек. Мы продаем сельхозмашины, обслуживаем и поставляем на них запчасти. Конечно же, дни полей происходят по-разному. Да? Иногда бывают такие погодные условия, что невозможно что-то сделать. Но в основном, конечно же, мы встречаемся с нашими уже знакомыми клиентами. Но иногда бывает так, что удается заключать какие-то договора именно на дне поля. На выставке-форуме также состоялось совещание на тему развития сельского хозяйства и поддержки аграриев в Рязанской области. В 2024-м в нашем регионе масштаб посевных достиг максимальной за четверть века площади в 1 140 000 гектаров. В завершении мероприятия участников наградили государственными наградами за вклад в развитие агропромышленного комплекса Рязанского края. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В России верующие любят и почитают Казанскую икону Божьей Матери. С торжествами в честь этого образа связаны и церковные, и народные традиции. Подробнее об этом в нашем следующем материале. День Казанской иконы Божьей Матери отмечают дважды – летом и осенью. Казанскую летнюю – так праздник называют в народе, ежегодно празднуют 21 июля. Казанскую икону Божьей Матери считают чудотворной. Почитать икону начали с 1579 года. Такая особенная символическая наполненность и значимость, она была определена, наверное, самим местом обретения извода Казанской иконы Божьей Матери. Дело в том, что прошел пожар большой в Казани, в новопостроенном городе, и в этот момент татары, живущие на этой территории, они просто посмеялись над русскими, сказав, что, наверное, ваш христианский бог вам не очень-то и помогает. И вот как заступница перед язычниками, как покровительница христиан на языческой земле, Богородица явилась в этот момент для того, чтобы явно и вещественно доказать, что ее молитвенная помощь никогда не оскудевает. С тех пор это особое покровительство именно воинам, которые сражаются за веру христианскую. Икона сопровождала русские войска во время польской интервенции, Петра I во время борьбы со шведами, а в 1941 году самолет с этой иконой облетел Москву, когда началась Великая Отечественная война. Впоследствии появилось очень много списков, причем уже вскоре после того, как она была обретена, не было понятно стопроцентно, где подлинник, где списки. Очень много самых разных версий на этот счет бытует. И в конце концов появилось много списков, которые тоже, в свою очередь, стали признаваться чудодейственными. И, в общем, эта икона стала весьма и весьма популярной. У всех списков иконы Казанской Божьей Матери есть определенные отличительные черты. Это, как правило, оплечное или погрудное изображение Богородицы. То есть мы не видим ее путеводительного жеста к младенцу.
А в остальном она, в принципе, очень похожа на Адигитрию. Единственное, что лики младенца и Богородицы сближаются друг с другом, то есть акцентируется связь между матерью и младенцем. И вот это, с одной стороны, акцентирование связи между двумя ликами, с другой стороны, это акцентирование связи с самим предстоящим перед иконой, потому что укрупнение лика – это значит укрупнение глаз. Лик Казанской Богородицы сейчас есть в каждом храме. В Рязани именем иконы назван монастырь. В нашем музее есть несколько икон. Это иконы, которые раньше бытовали в храмах в рязанских, не казанских. Ну, поскольку, значит, популярные, то были и в других храмах. Вот. А если говорить о казанских храмах, то здесь известно, в Переславле-Рязанском еще в XVI веке был у нас монастырь Девичий Явленский, как он назывался. То есть он был посвящен явлению Казанской Божьей Матери. То есть, видимо, вот где-то вскоре после этого чудодейственного обретения в Казани он и появился. Сначала здесь существовал монастырь на территории Кремля, а затем в конце 18 века был переведен на современную улицу Фурманова. Кроме того, что Казанская Божья Матерь сопровождает русское воинство с момента ее обретения, ей принято молиться об исцелении от болезней, о заступничестве, о семье и счастье в личной жизни. Казанской иконой по традиции благословляют новобрачных. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.